Под Екатеринбургом обнаружен клад 25 двухкопеечных монет, выпущенных еще в 1811 году Александром I. Отыскал обычный офисный работник. Едва мужчина сделал несколько шагов по лугу, как металлоискатель звонко запищал. Счастливчик начал копать и наткнулся на узелок. В нем оказалась россыпь старинных монет, всего 25 штук. И все не в лучшем состоянии. Они долго соприкасались с землей, отчего окислились. И хотя за находку можно выручить 2500 рублей, мужчина продавать монеты не собирается. Говорит, коллекцию пополнит.